Что значит имя Варвара? Значение имени Варвара можно соотнести с такими русскими словами, как «варварка», «дикарка», «жестокая». Воля и немеренная сила, которая способна свергнуть все препятствия на пути, слышно в этом имени. Слово «варвара» обладает хорошей энергетикой, вызывая ассоциации чего-то древнего, ведь это старинное имя, которое издавна использовалось в России. Оно делает его обладательницу стойкой, мужественной и доброй. Этими своими качествами Варвара схожа с мужчиной, поскольку ее характер не лишен твердости и жесткости. Если понадобится, она может быть и дерзкой, и грубой. Но вместе с тем она удивительно добрый человек, который не пройдет мимо чужой беды и никогда не подведет. Разобраться, что означает имя Варвара, можно с позиции нумерологии. Ее число 9. Удача в делах сопутствует девяткам. Это число символизирует успех и совершенство. Высокий социальный статус и стабильное материальное положение – их постоянные спутники. В европейских языках существует немало аналогов и уменьшительно-ласкательных форм этого имени. Например, к маленькой Барбаре француженке в детстве обращаются «Бабета», в Италии «Барбарелла», в Польше «Бася» или «Баська». Вы назвали бы ребенка этим именем? Да нет, древние корни от непонятного произношения происхождения имени Варвара объясняется сразу несколькими версиями. Самая общепринятая и распространенная говорит о том, что это слово имеет древнеримские или древнегреческие корни. Римляне, которые считали себя цивилизованными, не могли понять, что говорили иноземцы. Для них все сливалось в один звук – варвар. Поэтому выходцев из римских колоний стали называть варварус. Римляне и греки привезли имя в Европу. Русское произношение «варвар», имея греческое обоснование, широко распространилось на территории Руси, обозначая иноземцев. Вскоре появилось имя варвара. Позже слово «варвар» в переводе с греческого стало обозначать грубый, жестокий. Это и есть современное значение имени. Следующая гипотеза происхождения имеет отношение к индоевропейским языкам. Дело в том, что в слове дважды повторяется корень «вар», который трактуется как «защита». Поэтому некоторые объясняют значение имени как «двойная защита». Есть еще одно предположение, что «варвара» произошло от родственного однокоренного слова «варить». Вара в иранской мифологии – убежище, а варта – сторожевая башня. Православная мученица героиня сказок «Тайна имени Варвара» скрыта в душераздирающей истории великомученицы Варварии Леопольской, именины которой в православии отмечаются 17 декабря. Ее отец Диаскор славился своим богатством. Рано потеряв жену, он отдал всю свою любовь дочери. Но ее признание о том, что она приняла христианскую веру и церковное крещение, повергло его в ужас. Вытерпев все пытки, Варвара не отказалась от своих убеждений. Отец сам выдал свою дочь властям города. После еще больших мучений ее казнили. Но отца не минуло возмездие за гибель дочери. Он погиб от удара молнии вместе с правителем города. В VI веке мощи святой перевезли в Константинополь, а в XII в Киев. После этого православное почитание великомученицы Варвары охватывает всю Русь. Она любима русским населением и по нынешний день. Характеристика имени Варвара нашла свое описание в устном народном творчестве. Если ваша дочь будет обижена по поводу выбора этого имени, приводя аргументы, что его значение грубое, жестокое, напомните ей. Героини русских сказок Варвару Красу, длинную косу, славившуюся своим умом и красотой. Астрологи утверждают, что Варвару охраняет созвездие Скорпиона, ее планета Плутон. Тотемные растения – нарцисс и граб, а животное – альбатрос. Цветовая палитра этого имени – оранжевый, белый, синий, красный. Сердолик или агат могут стать талисманами Варвары. Милая скромница и та еще врунья Варвара, скромная, никогда не вступающая в конфликты и ссоры, трудолюбивая, но нерешительная девушка. Если какое-то занятие действительно покажется увлекательным, ее уже будет не оторвать и не остановить. Нисколько не стремится зарекомендовать себя в коллективе, предпочитая оставаться в собственном мире. Отличительной характеристикой Варвары является то, что на нее всегда обращает внимание. Ее величавая поступь сразу бросается в глаза. Порой она излишне впечатлительна. Грустная история может растрогать ее до слез. Варя обладает врожденным чувством прекрасного, музыка, живопись, красивая природа вызывают у нее море положительных эмоций. Порой в нее просыпается лень и медлительность, но, сама зная о своих недостатках, старается бороться с ними. Варвара, слишком увлекаясь своими грезами, ощущает себя великолепно только в своем придуманном мире.
Такое увлечение приводит к тому, что она начинает лгать, не видя в этом ничего зазорного. Несмотря на все призывы совести, ее мечтательность берет верх, и она уже не может остановиться. Интеллектуально развита, Варвара обладает синтетическим типом мышления. Она видит целое, не придавая значения деталям. Любознательность позволяет ей двигаться вперед и постигать все время что-нибудь новое. Черты характера: скромность, любознательность, познательность, заинтересованность, покладистость, нерешительность. Замкнутость, лживость, грубость, напористость, соблазнительница и хорошая хозяйка. Варвара – волнующая, притягательная и манящая женщина. Мужчины, в большинстве своем, зная, что значит имя Варвара, все равно делают все возможное, чтобы получить ее расположение. Сама же виновница смятения доводит до безумия своих воздыхателей, пока ей не попадется мужчина, который оставит без внимания все ее выходки. Но и в этом случае ее характер не гарантирует постоянства. Хорошие и плохие пары, выйдя замуж, становятся домоседкой и неплохой хозяйкой, посвящая много времени мужу и детям. Варвара способна потратить много времени, прививая мужу свои вкусы и взгляды, при этом проявляя ангельское терпение. Если узнает об обмане или измене, лучше держитесь от нее на расстоянии. Значение имени Варвара для девочки. Значение имени Варвара связывают с греческими словом «барбарос», которое использовали, чтобы называть чужеземцев. Жители США и европейских стран используют имя Барбара, в славянских же странах получила распространение форма Варвара. Его не назовешь очень популярным. Возрастающий интерес к нему подогревает мода на старые имена. Но нельзя забывать и о доброй энергетике, которая излучает имя. Идеальный ребенок, не доставляющий хлопот Варя, сильная духом, решительная и одновременно добрая, улыбчивая девочка. В детстве этот ребенок порадует родителей и бабушек, и дедушек. Таких милых, послушных детей редко когда встретишь. Варя хорошо учится, не проводит время в одиночестве, вежливо со взрослыми. Она сохранит эти положительные качества, добавив к ним волю, энергичность и внутреннюю силу. Своей внешностью и характером она похожа на отца, но это не означает, что мужественность будет мешать ей бороться за справедливость и добро. В чем Варвара добьется успеха? Варя – увлекающая натура, поэтому для этой девочки подойдут профессии, требующие полной самоотдачи. Из нее выйдет хорошая манекенщица, актриса, врач-психолог, юрист или учитель музыки, общественный деятель. Маленькая принцесса-эгоистка, этот ребенок создает впечатление совершенного существа. Но не надевайте корону ей на голову. Однажды, водрузив, вам трудно будет ее снять. Ваша задача – не сделать эту девочку эгоисткой. Открывайте для нее прелести этого разнообразного мира. Старайтесь объяснять Варе, что она не центр вселенной. Вокруг нее есть люди, которым нужно проявлять внимание. Не давайте ей возможности замыкаться в себе, пусть она проявляет свои чувства. Какие игры понравятся Варваре? Активный досуг, водные процедуры, отдых на море полезны для этого ребенка, чтобы поддержать его слабое здоровье. Не оставляйте без внимания ее творческие способности, она должна научиться высказать свое внутреннее «я» с помощью рисования, музыки или рукоделия.